Как, юришки, ребятишки, с вами снова Эдисон, Джека и Игорь. Добро пожаловать в новую серию скорострелов в Майнкрафте. Да. Да, ребята, здравствуйте, здравствуйте. Всем приветули! Кто не видел предыдущую серию, обязательно посмотрите. Я даже вот тут оставлю подсказку на тот ролик, поэтому переходите и смотрите. А у нас, пацаны, такая задача: кто быстрее найдет пушку, кто быстрее убьет друг друга, тот и победитель, понимаете? И также не забывайте ставьте лайкусик, если хотите продолжение. Если наберем много лайков, будет следующая серия. Поэтому ставьте лайки, а мы погнали. Ну что, пацаны, вы готовы? Начинать. Готовы, давай, ебой. На счет три мы начинаем искать оружие, понимаете? Давайте. Давай, давай. Раз. Два. Три! Давайте! Кто потом выиграет, понимаешь? А что ты так все распределил такие патроны по слота? Эдисон, ну у меня вообще ничего не нашел нормально. Ты что мне тут натворил? У меня вообще сундук пустой. Прикольно. Чё-то я... У меня тоже пустой сундук. Пацаны, я не понимаю границы. Опа! Так. Эдисон, я нахожу патроны вообще, причем у меня есть эти... На дробовик патроны, на дробовика нет. А как мы будем считать все это, потому что... Втроем сложно. Да посмотр! Ой! Итак, так хорошо, хорошо, посмотрим. Чё вы нашли? Эй, типа, пацаны, да! Кто там уже убил? Ты меня убил! 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 Эдисон, Эдисон! Умри, умри, Эдисон, умри! Ах ты собака такая проклятая! Так, хорошо, 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 хорошо. Да! Да, подождите, а где моя карта? А, Игорь, кстати, еще одно правило, типа, что нельзя брать вещи с других карт. Да, я видел все серии, одну. Я знаю правила, я мощный. Ах, ты ж падла такая, с одного удара. Ах, ты собака! Потому что у меня дробаш. Я нашел дробовик, пацаны. Как будто сейчас... Хрень, да? Ну, пацаны, вам жопа, я вам так скажу. Ты так думаешь? Вам жопа. Полная жопа. Кому хрень? А-а-а! В смысле? В смысле? А я стою, пиликую, пиу-пиу-пиу делаю, а патронов-то нету. Я такой думаю, пиу-пиу-пиу. Где Эдуардо Пересьяно? Ого. Опа. Что происходит? Ого. Ого. Алло, 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 вы где, пацаны, я не понимаю. Так, алло, алло, прием. Шо за дым? Это откуда? В смысле, Игорь? А вот так вот шо? Испугался, испугался. Опа! Давайте только без спаунд-киллов, пожалуйста. Он сам ко мне бежит, я что, виноват? В смысле спаунд-киллов, ты сам ко мне пришел. Так, где здесь сундуки? Я не могу понять, где на автомат патроны найти, помогите. А, это блин! Я ничего не понимаю, у меня патроны закончились. Иди отсюда. Я убежал, все нормально, Игорь, не переживай. Так, у меня есть пукалка какая-то новая, ах ты ж. Что вообще происходит? Да собака, ты меня заколебал, Игорь! Так, хорошо, хорошо. Да! А, нет, патроны! Я отдал! Эдисон Стиллер! Игорь почти добивает, и ты ко мне больше ко меня добивает! Драк, у меня лагает. За бородого гору, дын-дын-дан-ду, что-то там лагающий. Так. Я в жопу, иди в драку, дебил! Пока-пока! Пока! Заходит! Пока-пока. Эдисон Кемпер, он терпило, все. Да как я помогнулся, собачка? Эдисон терпило, все понятно. Что за хрень происходит? Может хватит? Может... Да ты меня заколел! Иди сюда! Ребят, дайте патроны возьму, у меня нет патронов, хватит! Игорь, хватит! Все нормально! Спаси меня, он по мне стреляет, убей! Давай! Да Эдисон, хватит, когда у тебя патроны кончатся!
У меня еще немного патронов. Да, хватит! У меня реально 8 патронов. У меня на дробовике было максимум 5 патронов. Да не было! Да смотри! Я сволочка, я узнаю, сколько у тебя патронов, я буду все считать. Кто стреляет? Кто стреляет, а? С двух сторон зажали, демон! Демоны, демоны! Я тебя сколько раз пальнул, почему ты такой живучий, говно? Да ты лох просто. Ой, с двух сторон! И ты умер, Игорь! Да. Так, хорошо. Да как ты меня заметил? Я с газик крался, понимаешь? Аааа! Да собака! Тебя Игорь добил, кстати, а не я. Я был за Эдисон. То хватит за мной ходить, Эдисон, хватит. Да, окей. Можно меня не преследовать. Так. Мои патроны, патроны, патроны. У меня патронов нету. Кукусики? Пердусики. Кукусики, кукусики, здравствуйте, здравствуйте. Здорово, здорово, ёпты, здорово. С двух сторон, говно, пошел сраку, Игорь. Аккуратненько за дерево выглядывает. Бах! Так, подожди, Эдисон, ты там успокойся, я хочу тебе сказать. Да. Ай, у меня патроны закончились! Давай будем помнить о том, что мы с тобой друзья. Давай. Почему патроны заканчиваются тогда, когда... Собака! Так, пацаны, у меня уже, в принципе, патронов сейчас не будет. У меня тоже. У меня уже кончаются. У меня на дробаш уже нету. У меня тоже нет. Так, ой, я нашел кое-какие патроны. А, или есть, подождите, еще. У меня на дробаш нет. Я нашел патроны, пацаны. Да? Где Эдисон был, я его видел. Ой. Эдисон, много ХП? Да, полное. Ах так? Ах так? Ты что здесь? Эдисон лежит на полу, короче. Обманочка? Собака! Обманул, обманул! Я мои патроны. Ты видел вообще? Хитрюга, глянь на него, а? Ты смотри, смотри. Да и у него еще и патроны на эту срань, значит, да? Слышь ты, ёпты! Какие такие страшные звуки, я тут бегаю, бегаю. Ааа! Бегал, бегал такой! Ай-яй-яй, успокойтесь, хватит стрелять! Иди от меня отстань! Иди вон! Не куда? Чуть-чуть осталось. Слышишь, не? Он что, успел даже меня убить? Да! Ай-яй-яй, ну блин, патронов, отстань! Отстань от меня! Отстань! Пошел ты сраку! Сраку! Пацаны, все, у меня уже больше патронов нет. Тихо, тихо! Да! Так вот тебе, вот так вот, так вот, получил под задницу. Так, а у меня есть еще патроны, так что подходи. Где мои патроны на дробаш? Они где-то же тут были. А, ой, да нет у него патронов, конечно, говно! А, смотри, он меня еще убил! Ну все, так, подождите, не еще, не, все, больше нет, зашибись. А когда у меня кончились патроны, да? Да. Я выжидал момент. Оба, отстань. А, ах ты ж... Я не успел выйти! С ножика! У меня нет патронов, Эдди. Как ты это сделал? А, это Жека, значит, там, да? Ау-ау-ау-ау! Да хватит меня резать, ты говно! Чё-то я как на всех с ножика! Ааа, идите сюда! Хватит, пацаны! Ой-ой-ой-ой! Как это так? В смысле, Жека, два раза тебя шатарахнул этим ударом? Так иди сюда, собаки двое. Меня уже убили, не переживай.
знаю, его убил. А я отомстил, Эдисон, мы довольно. А, ну хорошо, хорошо. Дрим Тим, посмотри. Эдисон, Эдисон, я тебя порежу! Да в смысле? Предатель, проклятый Игорь! В смысле предатель? А, минус два! Это война, понимаешь, это война. Любые средства на войне хороши, понимаешь? Так, все, срака вам, срака, пацаны. Привет! Привет, Дмитрий! Идите сюда, идите сюда! Ла-лей-ла-лей-ла-лей! Эрой, Женька! Опа! А-а-а! Да почему не попадает? Да хватит, ёпты, хватит, хватит! Бей его, Игорь, не меня, бей его! А ну иди сюда, он убил меня! Нормально, нормально, пацаны, нормально! Отстань меня! Я сказал то, что жопа, и тебе жопа! Так, я вообще-то про это нечестно, нечестно. Нечестно, кто нечестный? Кто нечестный? Фух, дайте я немного отдохну тут. Я уже что, вспотел, если честно. Иди сюда. Пошел в страку. Ой, Игорь, 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 Игорь! Оставь меня, оставь! Ай-яй! Не ждал! Ай, пошел страх. Иди сюда! Да какие спаси, иди сюда, иди сюда! Игорь, спаси меня! На! Маньяк! Просто маньяк! Ой, посмотри, давай ты, может, стопэ. В смысле? Я два патрона, кажется, было. Посмотри, все, стопэ, давай прекратим это безумие, хотя бы на секундочку. Мне кажется, это уже можно закончить. Только, значит. Какие, да, разогрелся, да? Алло, алло, ты мне кажется, нужно успокоиться, не надо. Спасибо всем за просмотр, если вы хотите видеть следующую серию, то обязательно поставьте лайкусик, потому что если наберем лайки, то еще будет больше скорострелов, я прям обещаю. Опять начинается ерунда, Жек, успокойся, мать твою. Это и спецэффекты, еще больше скорострелов. Скорострелы, да, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, всем удачи и всем пока. Всем пока, ну ты, Эдисон, скорострел. Пока! Спасибо. Пожалуйста. 'Страшную роль я сегодня сыграл в новой серии «Чужие либо боли». Если ты хочешь узнать, что там такого страшного было, обязательно заходи и смотри.